Однажды Зигзай решил основать свой город и назвать его в честь себя Зигзаевка. И вот он уже ставил табличку с надписью «Зигзаевка». Сначала был построен вот такой вот колодец. Построен был такой дом, дом мэра, то есть меня. Далее нарисовалась вот такая вот дорожка. Дальше после будет построен мост на этот остров. Далее был построен один из домов жителя, то есть жители будут жить в таких вот домиках. Нормальных, да. И все, домики достроены. Далее тут будет построено еще два таких домика. Домики достроены. Жители заселились в этот дом и, видно, очень рады. Вот, посмотрите, вот тут вот житель уже сидит в своем домике. И всё, это вот очень это замечательно. Домик. Видите, вот, там все они рады. Домики жителей. И они очень довольны. Итак, пойдем, вот посмотрите, вот в этом домике, в одном из домиков нету этих вот, как там, окон, поэтому мы сейчас их поставим, и у этого домика будут окна, и это будет очень красиво и хорошо. Также дверь, дверь нам тоже надо поставить, потому что домик должен быть красивый, и все было замечательно и хорошо. Также мы сейчас построим вот такие вот бортики для вот этого домика, сейчас я построю. Итак, ребят, нам нужно построить мостик от этой через реку. И вот так сейчас мы построим мостик. Сейчас замечательный мостик мы построим. Так, вот, не обязательно построить какой-то крутой мостик. У нас будет обычный мостик. Но если вы наберете много лайков, то в следующей серии я построю уже красивый мостик. А вот тут пока, чтобы можно было проходить только этот мостик. Вот, поднимаемся наверх. И идем к нашей деревне, чтобы... Что же я там сделал? А, я убрал вот эти вот лишние блоки, которые я поставил. Да, я их убрал, эти лишние блоки, потом захожу в дом. А, не, не захожу. Убираю второй лишний блок. Просто я тут записываю звук отдельно от видео. А тут я просто ходил, просто, короче. Так, что же я делаю? Я, значит... А, я же с вами прощаться пошел. Всем пока, с вами был Зигзай, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии, как вам такое вот деревня или город. Ну, скоро будет город, конечно, но это пока деревня, но это Зигзаевка, деревня такая очень красивая. Всем пока! И так, как я уже там писал, это не конец ролика, а еще я буду строить вот такой вот забор. Я сейчас строю забор, и это займет не так много времени, потому что я сейчас ускорил этот режим. Я много раз ошибался, конечно, в этом построительстве забора, но тут очень был прост режим. Три, короче, блока дерева, вверх и вниз, а затем бревно, древесинное бревно. Вот, и вот так я продолжал, и вокруг деревни вел. Но вскоре, наверное, эта деревня после расширения будет построены другие заборы. Пока только такой вот деревянный. Из дерева. Ну, конечно, я в креативе это строю, а деревню не в креативе почти. Вот. Ну, я, конечно, пока строю тут, я с вами буду говорить через другие уже. Вот тут житель, интересно, вот в этом моменте был, то, что житель хотел выбраться, как будто бы
Но на самом деле он не хотел выброса. Я сделал выход из деревни. Поэтому можно было в любой момент выйти из деревни. Всем пока.